да? Сейчас мы, короче, навырезаем, раздублируем, и будет брейк. И что они там еще делают, они на этих пати? Кто-то там читает сверху? Давайте, кто там читает? Давайте, вот эти вот, давайте. Давай, поехали, записываем. Понеслось. Нарезали, залуповали, прочитали. Потом думают, так, хорошо, но не продается. Не продается. Надо девочка, чтоб пела. Надо девочка, пусть поет. Ну-ка, девочка, давайте. Все, и пусть поет. И появились залупованные вот эти кусочки. Речитатив, вокал. Потом, то, что было, рассказывает мистер Свифт. Свифт. Вот я вас подвел к тому, что было в 70-х. То есть были брейки, кусочки, потом появилась музыка диско, диско-фанк, диско. Одно мешалось с другим. И вот когда начали луповать, использовать электронные синтезаторы, которые, между прочим, появились.